Президент Касым-Жомарт Токаев 1 июля прошлого года внес ряд новшеств в судебную систему страны. С этого момента административный процессуальный кодекс вступил в законную силу. С древних времен казахский народ славился справедливыми биями, которые старались находить правильное решение в спорных вопросах. На сегодняшний день судебная система существенно продвинулась вперед. За последние годы в судебную систему вошли новые реформы, которые действительно показывают реальные результаты. Стоит отметить, что в регионе было рассмотрено более 80% жалоб. Поступило более 500 обращений. На данный момент нашли свое решение 130. Из них 82% были решены в пользу граждан. Также одним из важных новелл кодекса является то, что в споре с административным или государственными органами у сторон есть возможность примириться. В частности, существует статус экстерриториальности, что означает право дипломатических представителей, находящихся в каком-нибудь государстве, подчиняться законам только своего государства. После нововведений в кодексе судья может рассматривать дела и из других регионов. Это, безусловно, положительно влияет на борьбу с коррупцией. Обе стороны всегда заинтересованы в том, чтобы любое дело было разрешено мирным путем до суда. В связи с этим осуществляется стимулирование судебной власти в регионе. Взаимное разрешение подобных дел выросло на 10% за последние 2-3 года. На сегодняшний день данный показатель увеличился на 34%. Алтын Шангыраева, Азат Байтимыров, Жамбыл Ньюс.